Как изготовить игрушку, которая известна на Руси с языческих времен? Рецепт прост. 3 лоскутка ткани, деревянная ложка и немного фантазии. И, конечно, педагог, который научит, как сделать правильно. И посмотрите. Вот таким образом мы укладываем на ложечку. Сзади вот такой вот перекрещиваем, да, деталь. Выводим ее вперед. И что делаем? Завязываем узелочек. Мастер-класс по традиционной кукле на ложке прошел в Реутовском центре культуры и искусств. Такая кукла считается игровой, но есть мнение, что у наших далеких предков она была и оберегом, и хранительницей достатка в семье. Если разбирать вот, наследие именно обережных кукол традиционных, которые дошли до наших дней, то у каждой куклы есть свой энергетический посыл, очень важный. Либо чтобы был урожай, либо чтобы был достаток в земле, либо чтобы все были здоровы, либо чтобы в пути сопутствовала удача. Почти магическое преображение простейшей утвари в увлекательную игрушку захватывает детей с первых секунд. Кто бы мог подумать, что в 21 веке, во времена всепобеждающих гаджетов, в аудитории, где учат делать куклы, не найдется свободных мест. Я называю свою Зоя. А я Катя. Мне понравилось это имя, потому что оно такое радужное. Вот тут солнце нарисовано вот такое. Мне понравилось имя такое, потому что оно такое красное. Очень интересно, они что-то сегодня спешили мы, чтобы попасть, чтобы не опоздать. И очень... Поэтому мы и пошли, что я знаю, что им это очень интересно. Мне очень нравится древнерусское народное творчество, я им увлекаюсь, и мне было очень интересно создавать, вот что-то узнать об этом. Я ее назвала Алиса. Мне было не очень трудно это делать, только вот здесь платок, я не запуталась, как делать. Ну а так в основном было очень легко, очень интересно. Каждый участник мастер-класса получил игрушку на память. И думается, ребята будут хранить своих кукол долго, ведь к тому, что сделал своими руками, всегда особое отношение. Евгений Сафаров, Петр Гаретов, телеканал ТВ «Реутов».